Хочешь изучить производную с нуля? Посмотри видос, поймешь лучше меня. Что такое производная? Кого ебет? Лучше же Эльмир к свойствам перейдет. Производная, сумма, сумма производных. Из всех дальнейших формул одна из самых годных. Здесь произведение, функции не обижаем. Первой производную на вторую умножаем. Потом плюсуем с тем же, только наоборот. Че там производное деление? Ёбаный рот! На самом деле, как произведение, только минус и на же квадрат деления. Теперь перейдем к производным элементарных функций. Производная, цифры, ебать, это ноль. Как и в прошлом треке, для рифмы скажу моль. Х какую-то степень производную найти. Степень вычти единицу, а ее перенеси. О, смотрите, натуральный логарифм. 1 делить на х, для рифмы скажу рифм. Внимание, самая сложная производная в истории. Е в степени х, производная е в степени х. Пока в ахуе сидишь, на остальные производные смотри. Синус это косинус, а кос минус синус. Вообще какого хуя тут появился минус? Производная тангенса 1 на кос квадрат. Вот и все основные свойства и производные элементарных функций. Что? А где производная котангенса? Ха-ха-ха.